перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребята, и сегодня мы будем играть в Растения против Зомби 2, Ледяная Стихия. Так, ну что ж, ребятки, погнали. Так, давайте зайдем в наш сад, посмотрим, что там поменялось, что там не поменялось, посмотрим, что здесь новенького у нас. Ага, и здесь у нас, ребяточки, монетки, и это просто замечательно. Так, сюда мы можем посадить кого? О, ребятки, давайте польем эту такую репку, которая будет отбиваться у нас. Или морковка, что это такое. Так, все, ребятки, давайте теперь перейдем в лобби и выберем для нас удобный уровень. И это будет просто круто. Так, ребятки, в прошлый раз, как мне помнится, мы с вами не смогли пройти его по той причине, что зомби попали на нашу территорию и попросту съели наши мозги, дорогие друзья. Так что... здесь надо быть более такими. Так. Давайте вот этого, наверное, возьмем. Давайте возьмем вот этого. Обязательно. Так. Давайте возьмем орешек обязательно. Так, бомба эта мне не понравилась, ребятки. Не хочу ничего плохого про нее говорить, но она мне не понравилась. Давайте лучше бомбу-вонючку возьмем. Давайте возьмем вот эту штучку, которая оттаивает. И... вот такую, которая будет отбивать. Так, ребятки, у меня есть 1200 монет. Но, видите, надо 2000 рена, чтобы еще какую-то штучку нам так. Ну что ж, давайте, ребятки, приступим к нашей игре. Поехали, сажаем. Так, ребяточки, надо сажать подсолнухи для того, чтобы они вырабатывали побольше солнышек, чтобы мы могли с вами защищать нашу оборону. И выстраивать ее так, как мы этого хотим. Так, первый зомби идет, вижу, ребятки. Давайте, собственно, его с вами как-то накажем. Я предлагаю вот такую штучку поставить. И уже, наверное, можно выставлять по всему периметру. Так, ага, вот они замораживают меня. Ах, вы такие негодяи, получайте. Уже пытаются, ребятки, заморозить меня эти нехорошие... так, бомбу-вонючку ему сюда. Пускай отравится потихонечку. Так, этого, я думаю, убьют. Этого уничтожат тоже. Так, ставим сюда этот. Отличненько, отличненько. Так, опача, все, ребятки, я забрал листики. Это просто круто. Так, все, подсолнухов, наверное, с меня хватит, ребятки. Подсолнухов, наверное, с меня хватит. Давайте лучше выставлять будем по периметрам... вот такие вот штучки. Так, сюда вообще поставим вот этого. Так, и мне, ребятки, надо... ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, ребята, меня опять заморозили. Надо отморозить мои эти солнышки, подсолнухи. Потому что меня они попросту заморозили. Так, отличненько. Второй подсолнух тоже. И отлично, готов. Так, сюда бомбу-вонючку мы поставим. Так, сюда мы поставим горохострел. И сюда, наверное, поставим орешек. Потому что это, ребятки, уже не шутки. Это все довольно-таки серьезно. Так, отличненько, ребяточки. У меня замерз этот горохострел. Надо его, ребятки, разморозить. Так, так, так. Все вроде бы, ребятки, идет по плану, но... я как-то не особо не уверен, потому что... так, давайте разморозим нашу морковочку. Отлично, отлично, отлично. Все идет круто, 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 все круто. Ага, сюда мы поставим тоже орешек, наверное, чтобы зомби к нам не попадали. Так, сюда мы поставим вот такую штучку. Так, где замерзли мои эти ребятки? Так, 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 так. Сюда поставим бомбу-вонючку. Так, орешек загружается. А, у меня нету орешка там, ребята. А я думаю, что не так-то, а? Оказывается, орешек просто-напросто не загрузился. И для того, чтобы он загрузился, надо еще совсем немножко, ребятки. Давайте ударим вот такую вот штучку, сделаем им. Поставим сюда орешек. Сюда разморозим наши эти. Так, ну что ж, ребятки, бой, как видите, продолжается. Мы пытаемся сдержать всю атаку от этих злых и нехороших зомбиков.
Но, как видите, у нас не особо хорошо получается, потому что это довольно-таки тяжело. Так, ребяточки, я готов, я готов, я готов. Так, ребятки, третья волна зомби у нас на подходе, и нам надо предпринимать какие-то уже меры по поводу этих злых и нехороших тварей. Так, отличненько, отличненько, давайте сюда, вот так вот пускай бьет. Вот так вот, хорошо. Просто замечательно, я считаю. Так, ребята, зомби идут, вы посмотрите, сколько их идет. А их идет, ребятки, очень и очень много. Давайте быстрее, быстрее, быстрее загружайся. Загружайся, и мы сюда тебя вот так вот бей их. О, супер. Отлично, огромная волна зомби откатилась, ребятки, и это просто круто. Так, замерзла моя горохострел, мой, надо его, ребяточки, разморозить. Так, это сюда, ребятки, это сюда. Так, давайте, наверное, будем стрелять, что ли, хоть немножко. Так, мы получили, ребятки, какой-то новый, нового этого прикольного такого чувачка. Давайте расстреляем их. Что им сильно очень много что-то их получается там, этих зомбиков злых и нехороших. Так, теперь сюда. Так, бомбу-вонючку ставим, ребятки, обязательно. Так, этого сюда ставим. Так, давайте, наверное, поставим и орешки сюда, пускай потихонечку стреляют. Так, ребятки, скоро будет последняя волна зомби, и стоит отметить, что это не шуточки, ребятки. Так, ребятки, снеговой шторм у нас от новых таких вот чувачков. Давайте с вами вот так вот сделаем. Собираем, ребятки, солнышки и выставляем орешек, наверное, здесь. Потому что он сейчас съест мою эту. Давайте орешек здесь поставим. Все. Пускай хавает орешек. Так, этого сюда, ребятки. Ого! Зомби-босс пришел! Пришел огромный босс! Помогите, спасите, ребята! Надо было на него оставить листок. Ребятки, зомби-босс не шутит. Вы только посмотрите, ребята. Да что ж ты будешь делать, а? Ребята, зомби-босс пришел. Зомби-босс пришел. О, нет, ребята. Зомби попали на мою территорию и откусили у меня часть мозга, дорогие друзья. Ну, ничего, ребятки. Мы с вами пойдем в сад наш и посадим. И кое-что, ребятки, мы посадим с вами. Так, ну, посадим что? А что мы можем посадить? Мы можем выкопать, разве что. Вот это, да. Можем посадить сюда что-то новое. Давайте вот это выкопаем. Посадим сюда что-то новое. И в следующий раз, ребятки, в следующий раз у нас будет больше... да. Давайте вот так вот. И давайте вот так вот сделаем. Все, ребятки. В следующий раз у нас будет очень огромная куча уже всего, ребяточки. И мы с вами с легкостью сможем использовать все, что нам нужно. Все, двойной горохострел даже есть. Так, ну что ж, дорогие друзья, это просто замечательно. У нас уже 1220 монет. Нам осталось до 2000 совсем немножко, чтобы открыть с вами... побольше растений и все-таки пройти этот уровень. Я думаю, что в следующий раз, ребятки, мы с вами его обязательно пройдем и уничтожим это злого, такого злого и нехорошего, ребятки, зомбика. А этот эпизод, ребяточки, подходит к концу. С вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Вечное Детство. Ставим пальчики вверх, ребятки. Подписывайся на мой канал. Если ты не знаешь, где подписаться, нажимай на клоуна на своем экране. На красненькую мордочку и подписывайся, ребятки. Пока-пока в следующих сериях.